The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Дорогие друзья, 15:00 по московскому времени, и мы традиционно начинаем наш вебинар из серии «Академия продаж Bittrex24». Сегодня у нас достаточно провокационное название вебинара «Как заставить продавцов работать в CRM». Для того, чтобы как можно больше авторитетно подойти к этому вопросу, мы пригласили авторитетного гостя. Я обязательно представлю его, но немножко позже. Для начала давайте проведем нашу традиционную проверку звука. Друзья, если нас сейчас и слышно, и видно, пожалуйста, поставьте два плюса в окошке «Questions». Напомню, что в вашей панели вебинара есть возможность писать вопросы, а вы не будете видеть вопросы ваших коллег, тех, кто участвует также в вебинаре, но все эти вопросы будем видеть мы, и мы на них обязательно ответим. Так, я уже вижу, нам ставят плюсы. Друзья, если слышно и видно, попрошу вас, ставьте, пожалуйста, плюс-плюс. Если вдруг вы нас, например, видите, но не слышите, ставьте минус. Два минуса. Так, пока все ставят плюсы. Отлично, видно хорошо, слышно хорошо. Я очень рад. Замечательно. Друзья, значит, мы полноценно можем начинать наш вебинар. А я хотела бы узнать, а кто нас вообще слушает? Если вы менеджер по продажам, поставьте единичку. Если вы руководитель отдела продаж, поставьте двоечку. Если вы собственник бизнеса, поставьте троечку. Если вы совмещаете те или иные позиции или какая-то иная, поставьте 4. Угу, замечательно. Друзья, проводим небольшой социологический опрос. Если вы в вашей компании менеджер по продажам, ставьте 1. Если вы руководитель отдела продаж, ставьте 2. Если вы руководитель бизнеса или собственник, ставьте 3. И мы просто для того, чтобы мы лучше поняли, к кому мы сейчас будем, собственно, обращаться. Итак, вижу очень много руководителей отделов продаж. Вижу очень много владельцев бизнеса, либо управляющих. Очень немного продавцов. Наверное, застеснялись приходить на наш вебинар. Но, тем не менее, один есть. Но вижу, тем не менее, HR-менеджеров, продавцов вижу, руководителей. Замечательно. Друзья, попрошу вас еще небольшую помощь нам оказать. Для того, чтобы мы лучше понимали географию наших участников, напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Да, нам рекомендуют уже выгнать менеджеров, оставить только руководителей. Друзья, нет, выгонять из вебинара мы специально никого не будем. Но сразу скажу, конечно, вебинар будет более полезен руководителям отделов продаж и руководителям и владельцам бизнеса. Друзья, прошу вас написать сейчас, пожалуйста, из каких городов или стран вы присоединились к нашему вебинару. Итак, с нами Санкт-Петербург, Екатерина, приветствуем вас. С нами Питер, с нами Иркутск, приветствую, Александр. Москва. Ставрополь. Беларусь. Да, Минск с нами, Екатеринбург, Тамбов, Киев, Украина, Таганрог, Ростовская область. С нами Барселона, ничего себе. Баку, Азербайджан. Уфа, Череповец, Сыктывкар. С нами Казахстан, Актау. Привет, друзья. Уссурийск, Краснодар, Тула, Ижевск. Очень много Москвы, очень много Санкт-Петербургов. Анапа, Актобе, Казахстан, Ростов-на-Дону, мой город, Астрахань. Кстати. Снова Беларусь, Могилев с нами, Владивосток. Владивосток, у вас, наверное, уже вечер глубокий. Приветствуем вас. Иркутск, Краснодар, Уфа, Бишкек, Киргизская республика. Замечательно. Пермь, Самара, Горячий Ключ, Омск. Друзья, мы восхищены. Спасибо за то, что вы присоединились к нам сегодня. С вами сегодня будем мы. Я Юрий Николаев, директор по продажам компании 1С Bittrex. Не буду повторно перечислять все регалии своего предыдущего карьерного опыта. Возможно, многие из вас, кто уже были на наших вебинарах, их слышали. Мне будет помогать Майя Копысова. Майя также сотрудник 1С Bittrex. Да, я работаю в продаже больше 13 лет. Тоже руковожу различными проектами, работала в Сибити, во Fusion интеграторе. И у нас есть сегодня специальный гость, который начнет наш вебинар. Он расскажет о себе подробнее. Я лишь скажу, что после выступления Кудинова вебинар не закончится. У нас будет еще небольшая практическая часть, связанная с инструментами Bittrex24, которые помогают продавцам лучше работать с CRM. А сейчас я приглашаю в нашу студию Алексея Кудинова, и он расскажет о себе чуть подробнее и даже лучше, чем это могу сделать я. Леша, присаживайся. Отлично. Ребята, привет. Всем привет, кто нас смотрит, слушает. Здорово быть здесь. Очень такое позитивное, классное начало и очень интересная тема. Тема, которая, мне кажется, многих волнует, потому что все понимают, что внедрить CRM бывает достаточно непросто. Сегодня будем об этом говорить. Немножко расскажу о себе. Я познакомился с CRM уже 16 лет назад, когда из IT я ушел в реальный сектор и стал директором по сбыту масложирового комбината. И в этот момент, когда я пришел, то есть моя задача была
фактически антикризисное управление, то есть продажи. Собственник сказал, что вот тебе все карты в руки, ничего не согласовывай и делай, что ты хочешь, но нам нужны продажи. Потому что ну, предприятие было в кризисе и были долги. Я просидел 3 дня в засаде, посмотрел, что происходит вообще с продажами и увидел такую картину, когда менеджеры по продажам там ежедневники за пазухой хранили, потому что они очень боялись, что кто-то из коллег перепишет их телефоны клиентов и продаст им масло. Рекламой занимался главный бухгалтер, производство совершенно не понимало, что производить, потому что не было никакой аналитики продаж, там, ни воронки, ничего. И вот первое, что я сделал, внедрил CRM и столкнулся первый раз в своей жизни, в том числе и с обратной стороной этого внедрения, вовлеченностью персонала, с человеческим фактором. И об этом хочу сегодня вам как раз и рассказать. Так, сейчас мы пока отключаем камеру. Все, камера отключена. Почему же CRM не взлетает? Что вообще мешает? Что можно здесь сказать и что можно сделать? Первое, с чего я начал изучение этого вопроса, когда вот вернулся уже в IT, в консалтинг и начал внедрять CRM различным компаниям, то есть я где-то порядка 60 своих семинаров делал такие опросы. Коллеги, например, мы вам даем в облаке CRM-систему или даем вам коробку, вы сейчас возвращаетесь в своей компании и начинаете внедрять CRM. Что вам может помешать? И вот это топ-5 ответов, которые сами клиенты рассказали мне, и очень интересная статистика. Первое, конечно, незнание функционала CRM-системы, то есть решение многих задач, непонятно, как их делать в достаточно объемном функционале CRM. То есть нет связки проблема и решение. Второе, нет опыта внедрения CRM-проектов, а это достаточно сложные проекты, это не IT-система, в таком широком понимании, да, это управленческие изменения и так далее. И вот опытный консультант, когда входит в компанию, он видит 20-30 рисков с порога. Почему вот я очень не рекомендую заниматься внедрением там по переписке или там по фотографии, да, то есть всегда нужно посмотреть друг другу в глаза. Третье, это нет мотивации, иллюзия бесплатности внедрения, что да, вот директор, например, руководителю продаж согласовал деньги на аренду в облаке CRM или на покупку коробки, и дальше мы сами разберемся. И дальше мы вовлечем всю компанию в этот процесс внедрения. К сожалению, так не происходит. Почему? Потому что есть некое напряжение там, внутри, между подразделениями продажи. К продажам есть большие вопросы, например, у логистики, к продажам есть большие вопросы у производства, еще у кого-то, вот, в зависимости от масштаба компании. И, соответственно, энтузиазм продаж, он часто заканчивается только записной книжкой в отделе продаж, CRM превращается в такую электронную записную книжку и дальше не распространяется. Конечно, нужен взгляд со стороны, то есть все привыкли идеализировать свой бизнес, и нужен человек, который придет со стороны, посмотрит, что происходит в бизнесе и подскажет верные решения. Дальше, конечно, ваше право там, принимать эти консультации или нет, но вот такой взгляд со стороны, он очень полезен. Расскажу одну историю. Однажды ко мне приехал руководитель ивент-агентства, достаточно большого, то есть я это определил очень просто, когда попросил его показать, как он работает, он достал MacBook, у него 4 таблицы, это места проведения мероприятий, кейтеринг, то есть ну, фактически стол да, и напитки, развлекуха, звезды, там, различные шоу и так далее, и, соответственно, 4-я таблица, сами проекты. Я смотрю, что там один проект, банк 20 лет за границей, 200 человек, второй проект, там еще какой-то крупный и так далее. То есть очень большой, хороший бизнес. И вот он счастлив тем, что сделал удобную свою работу в этих 4 таблицах, жонглировал ими, как в китайском цирке, очень быстро все делал. После этого мы с ним попили кофе, консультант настроил CRM, мы вернулись и показали, как можно в CRM-системе фактически автоматизировать его работу, как можно работать. Он впечатлился, уехал, и дальше я отправил ему по почте протокол, что мы сделали, что мы обсудили. Он ответил, да, все так и было, подтверждаю, и написал такой PS по скриптам. Спасибо вам, что показали мне, что я в каменном веке. То есть взгляд со стороны – это очень критичная точка,
которая позволяет компании расти. И главный вопрос. Есть ли у компании, которая решила внедрять себе CRM, время для того, чтобы весь этот процесс сопровождать? К сожалению, 95% случаев самостоятельного внедрения заканчиваются ничем. Да? Кто те 5% счастливчиков, которые сами себе внедряют CRM? Это, конечно, очень критичное состояние в бизнесе, и у собственника есть выбор либо расстаться с бизнесом, либо что-то кардинально менять. Это более позитивный случай, когда собственник, руководители увлеклись этой темой, им интересно. Вот. Но, к сожалению, таких компаний достаточно мало. Но вот это все 5 случаев того, что препятствует внедрению. Но если мы возьмем самую суть, то, конечно, препятствует внедрению человеческий фактор, так называемый человеческий фактор. Это главное препятствие. Если бы у нас были вместо сотрудников роботы, мы просто загрузили бы им CRM там, в память, и все бы заработало. И скорость изменений, она прямо пропорциональна скорости изменений сознания и привычек персонала. И не только персонала, но на самом деле и линейных руководителей, а часто и там, высших руководителей и собственников компании. Поэтому человеческий фактор – это критичная вещь, с которой нужно работать. Здесь огромное количество мифов, которые сопровождают это понятие человеческий фактор в проекции внедрения CRM. Первый миф, что сопротивляется изменениям только сотрудники. Я скажу, что на моей практике было большое количество проектов, когда сопротивление было и в линейном менеджменте, и в топ-менеджменте, и даже были отдельные случаи, когда проект CRM на половине там, или практически на финише бросали руководителя и собственника компании. Это, конечно, самые тяжелые времена, когда ты остаешься один фактически, и вся компания смотрит, что руководитель ушел, и это никому не нужно становится. Это очень тяжелые проекты. Поэтому всегда нужно понимать, насколько настроен решительно руководитель, насколько решительно настроен топ-менеджмент, линейный руководитель и так далее. Большие страхи у персонала. То есть после внедрения CRM нас всех уволят. CRM внедряется для того, чтобы за нами следить. У нас отберут клиентов там, и так далее, и так далее, и так далее. Был очень интересный случай у меня однажды в Тюмени, после моего выступления на CRM-конференции, подходит ко мне девушка, дождалась, пока все ушли, представилась она менеджеру по продажам и говорит: а правда, вот Алексей, что после внедрения CRM нас всех уволят менеджеров по продажам? Ну, я помолчал секунду, потом говорю: да, и вообще директора у вас уволят. Она говорит: а директора за что? Я говорю: ну, компания же автоматически будет работать, а люди не нужны. Ну, она поняла, что шутка, рассмеялись, но действительно недостаток информации, он порождает самые интересные интерпретации вообще процесса внедрения. Зачем CRM приходит в компанию? Еще один случай характеризует вот так, то, как доносится информация до сотрудников. И это вот критичная точка. Однажды я сопровождал внедрение CRM в компании, и удачно при старте проекта было полугодовое собрание. Я проинструктировал директора, собственника, что он должен сказать, но вот он как-то интерпретировал в своем ключе. Он вышел на, так сказать, трибуну, так скажем, и перед всем коллективом достал iPad и сказал, что вот мы внедряем CRM, чтобы я мог пальчиком поводить и увидеть в любом месте планеты, что у меня в компании происходит. Я был на заднем ряду и слышал там перешептывание сотрудников, что они говорили: ну вот мы будем оставаться после работы, чтобы забивать данные в CRM, и дальше он, там, гад на пляже, будет на этом iPad смотреть, что происходит. То есть сотрудники даже не поняли, что вместо блокнотов, вместо почты, вместо Excel приходит мощный инструмент, который полезен в первую очередь им. Они даже этого не поняли, потому что информация была донесена совершенно не так, как это нужно было сделать. Что же делать? Каким образом бороться с человеческим фактором, или даже я лучше сказал бы предупреждать его? Здесь ничего лучше не придумано, чем система кнута и пряника, которая существует там сотни лет. И начинаем, конечно, мы с пряника. Вообще пиар-деятельность по внедрению CRM в компании должна начинаться с первых буквально встреч. То есть нужно отвечать четко на вопросы персонала, зачем это, что происходит, почему идет какое-то обследование компании, к чему мы готовимся и так далее. Нужно сообщить о решении внедрять CRM.
Это позволит сотрудникам немножко перекипеть, привыкнуть к этой мысли. Дальше, когда они привыкли, у них возникает большое количество вопросов. Вот здесь нужно поймать этот момент, чтобы они не сами интерпретировали там версии «нас всех уволят», «отнимут клиентов» и так далее, а разъяснять преимущества на уровне исполнителя, разъяснять линейным руководителям преимущества на их уровне управления подразделением, и они как играющий тренер работают с VIP-клиентами обычно, тоже это нужно объяснять, и отрабатывать четко возражения. Когда сотрудники увидят, что есть четкое обоснование, для чего внедряется CRM, для того, чтобы компания была более клиентоориентированной, более конкурентоспособной на рынке, сокращаем внутренние издержки, повышая стабильность компании, делаем клиентский сервис лучше, не забываем о клиентах и так далее, и так далее. И все это спустить до конкретных инструментов. Там звоночек клиента раздается, соответственно, мы видим, кто нам звонит, это новый клиент, либо это наш старый клиент любимый, мы видим по нему историю и так далее. Все вот эти вещи нужно проговорить. Это пряник. Что касаемо кнута, на самом деле он, конечно, не в конце включается резко, а постепенно после пряника начинает работать и кнутик. Во-первых, мы издаем приказ. Я очень рекомендую в начале внедрения сделать приказ о внедрении CRM в компании, четко указать сроки, четко указать ответственных лиц, полномочия, потому что часть коллектива она не получает уверенности в том, что что-то озвученное будет сделано, если оно не подкреплено какими-то нормативными документами внутренними. Дальше интегрировать контроль хода внедрения во все планерки, во все операции в компании. То есть здесь уже роль руководителя очень высокая, то есть он должен каждую планерку, каждое совещание начинать или заканчивать вопросом, что у нас с CRM происходит и каким образом обстоят дела, кто что сделал, движемся ли мы по графику и так далее. То есть это участие руководителя. Конечно, мотивация, она рассчитывается при начале внедрения, мотивация на внедрение, после внедрения CRM и запуска мотивация рассчитывается только от CRM. Большое количество примеров могу привести, когда после внедрения CRM пытались рассчитывать мотивацию по старым Excel-таблицам, еще чего-то такое придумывать. И, конечно, персонал видит, что CRM есть, туда данные заставляют вносить, но, в принципе, эти данные не используются, все считается по-старому. Зачем тогда вносить данные в CRM? В чем смысл этого инструмента? Есть такие вопросы. И, конечно, личная роль директора без личного участия руководителя внедрения CRM невозможно. Это вот одна из аксиом внедрения CRM, которую я сформулировал там больше 15 лет назад. И это участие руководителя, собственника, если это небольшая компания, оно, конечно, не должно быть там 100% времени. Никто таким резервом времени из руководителя не обладает. Но согласование ключевых точек, присутствие на ключевых совещаниях, на ключевых точках сдачи работ по внедрению, пиар-деятельность, контроль, убеждение персонала. То есть вот эти вещи, они должны быть. И, конечно, кнут и пряник действуют вместе. То есть мы объясняем, где-то уговариваем, где-то доказываем, показываем на CRM-системе, что это удобнее, лучше, продуктивней. Где-то включаем уже административные механизмы. То есть эти вещи, они работают вместе. Что касаемо вовлечения персонала в работу CRM. Я уже сказал, что мотивация на внедрение CRM для руководителей подразделений, ключевых сотрудников – это очень важно, потому что дополнительная нагрузка, никто не останавливает работу компании, дополнительная нагрузка ляжет на этих людей, и где-то эта мотивация, она выражена в том, что человеку дают полномочия как руководителю проекта, где-то эта мотивация – это похвала, почетная грамота, аплодисменты коллектива и всеобщая любовь, где-то эта мотивация денежная, по-разному это бывает. Личный пример, обязательно руководство должно все вопросы решать и учиться, и начинать себя заставлять в первую очередь решать через CRM. Если после внедрения CRM, например, руководитель выдает задачи сотрудникам на листочках по почте через мессенджеры или устно, в самом худшем случае, то, конечно, зачем тогда был внедрен CRM? То есть личный пример – очень важная вещь. И аналитику нужно смотреть через CRM. Все фишки и полезности только в CRM. В CRM подключаем мессенджеры, подключаем телефонию,
все каналы коммуникации, кладем нужные документы на диск и так далее. То есть все, что нужно сотрудникам, все новое, все вкусное, интересное происходит в CRM, и они как бы уже волей-неволей туда вовлекаются. Соревнования. То есть сделайте соревнования, лучший CRM-щик, кто больше сделает звонков эффективных, кто лучше заполнит карточку клиента, кто быстрее проведет клиента по воронке продаж и так далее. То есть придумайте свои нормативы и поставьте хороший, интересный приз. Например, если молодой коллектив, там, бочонок пива в небольшой компании, там, молодых людей, это прекрасно, либо это билеты в театр, в кино, там, но не надо здесь, наверное, дарить деньги, это не сработает. То есть нужен какой-то символ. Может быть, вообще переходящее знамя и вымпел лучший CRM-щик. И, конечно, истории успеха нужно всегда подкреплять вот свои посылы сотрудникам конкретными историями успеха. Историями успеха других компаний, историями успеха наших сотрудников, которые работают правильно с CRM. И фактически эти истории, они показывают, что действительно это работает, это не страшно, это в первую очередь позволяет самому продавцу продавать больше и зарабатывать больше. И это подкрепляет уверенность компании в том, что CRM заработает и взлетит. К сожалению, моя практика показывает, что какой бы пряник большого размера вы не принесли с собой при внедрении CRM, все равно все не наедятся и получится некий контраст, некие сепаратисты, которые будут даже, может быть, кивать и улыбаться на собраниях, на совещаниях, но дальше ничего не делать. CRM позволяет таких людей достаточно быстро выявить. Если никакие беседы с ними не приводят к конкретному позитивному результату, то я рекомендую с такими людьми расставаться. CRM даже помогает более уверенно расставаться с такими людьми, потому что сразу виден их вклад вообще в общее дело. То есть работа сотрудника становится прозрачной, и руководителю достаточно легко принять решение. Те менеджеры по продажам, которые увлеченно работают и болеют за общее дело, им опасаться здесь внедрения CRM совершенно не нужно, потому что на моей практике ни одного менеджера по продажам не уволили за то, что он хорошо работает. Потому что с CRM он начинает работать в несколько раз лучше. И директора, наоборот, думают, как развивать бизнес, как подтягивать производство, как подтягивать логистику, обеспечивающиеся фактически подразделения, потому что объем продаж растет, и нужно здесь соответствовать. Подробнее о методике внедрения, об этапности внедрения, о тех проблемах, вызовах, которые на этапе внедрение CRM вас ожидают, лучше, конечно, заранее все это изучить, и подробнее это вы можете прочитать в моей книге «CRM. Практика эффективного бизнеса». Можно ее найти где-то в интернете, она еще осталась в продаже. И приглашаю вас на свой тренинг «Методика организации процесса внедрения в CRM в компании», а проще он называется «Как внедрить CRM», где мы вместе за 2 дня проживем с вами внедрение CRM в виртуальной компании, потренируемся, сделаем практики, сделаем, проработаем в командах кейсы. И после этого тренинга обычно 2 отзыва. Первый отзыв: Алексей, вы рассказали столько рисков там, по внедрению CRM, что нам кажется, что CRM невозможно внедрить уже. И второй отзыв, что да, нам теперь не страшно внедрять CRM, потому что мы поняли, как организовать этот процесс. В том числе, конечно, ключевым моментом здесь является и человеческий фактор, в том числе и в этом тренинге. Сейчас я передаю слово коллегам Юрию и Майе, они покажут вам практику. Алексей, большое спасибо. Друзья, Алексей Кудинов, прошу прощения, немножко попершило в горле. Алексей Кудинов с нами не прощается, он остался в нашей студии и чуть позже будет отвечать на ваши вопросы. Напомню, что вопросы вы уже сейчас можете писать нам в чат. Я даже уже вижу некоторые вопросы, которые мы обязательно зададим Алексею. А мы с Майей хотим вам показать на примере Bittrex24, как сделать так, чтобы продавцы буквально с первых дней внедрения CRM в вашей компании уже начали работать в ней активно. И мы покажем это на примере стандартной воронки продаж, достаточно простой, в которой у нас есть, по сути, один менеджер, и его роль как раз исполняет Майя.
И если мы войдем сейчас в CRM, да. Так, а у нас, что мы видим сейчас? Я смотрю, переключается ли у нас экран на демонстрацию нашей CRM. Да, переключился, замечательно. Друзья, мы видим сейчас очень простую воронку продаж, которая состоит, по сути, из трех стадий. На первую стадию пополняют заполненные CRM-формы. Сайты. То есть на сайте Академии продаж есть CRM-форма, которую любой посетитель сайта может заполнить, и данные в виде сделки попадают в CRM Bittrex 24. Прямо сейчас я отправлю новую заполненную форму. Так, я посмотрю, где она у меня была открыта. Одну секундочку. Да, я отправляю CRM-форму, и в нашей CRM, да, в нашей CRM моментально попадает не только новая сделка. Вот обратите внимание, появилась сделка заполнения CRM-формы, форма обратной связи с контактом Алексей. А также я вижу, что вот мне нужно с ним связаться, то есть у меня сразу идет оповещение. Угу. Смотрите, было бы бесполезно отправлять данные в CRM без качественного контроля со стороны менеджера и со стороны руководителя отдела продаж. Мы с вами сейчас посмотрим два очень простых, но очень полезных сценария по работе менеджеров по продажам со сделками. Первый основанный на стандартных делах, второй основанный на более сложных задачах. Ну, давайте рассмотрим пример. То есть у нас попала новая сделка с Алексеем, и мы сразу видим, здесь горит красный счетчик. Что это значит? Это значит, что менеджеру, который ведет эту сделку, назначено определенное задание. Мы с вами можем зайти в сделку и посмотреть, что же за задание назначено. То есть мы увидим, что у нас есть некий Алексей, который заполнил CRM-форму. И мне нужно ответить на запрос. То есть, да, давай. Вот наше задание. То есть вот задание, горит красный счетчик, необходимо ответить на запрос. Майя, как менеджер, который ведет этого клиента, она зайдет в контакты Алексея, свяжется с ним. Либо напишет, либо назначу встречу, либо звонок и так далее. То есть в любом случае это все можно запланировать и обозначить срок когда. Да. Друзья, нам сразу начали задавать вопросы, каким образом у нас появилась сделка. Объясню еще раз. На сайте установлена CRM-форма, и в настройках этой CRM-формы указано, что заполнившие будут попадать сразу в сделки. Мы могли бы сделать то же самое с лидами, но поскольку у нас был уже вебинар по лидогенерации, мы захотели показать вам пример на воронке продаж на сделках. Итак, смотрите, что произошло. Майя связывается с Алексеем и отмечает, что задание выполнено. То есть у нее по данной сделке уже нет счетчика по задачам, но у нее загорелся другой счетчик, что по сделке нет никаких запланированных сделок. Что нужно либо передвинуть стадию сделки, либо поставить ожидание, запланировать звонок, смс и так далее. Либо КП. Что может сделать либо сама Майя, либо руководитель? Она может также увидеть, какое количество дел в принципе есть в ее текущем рабочем дне. А, я тут настроил немножко по-другому. Да, друзья, я, к сожалению, на этом портале нет у нас этого отчета. Его можно настроить отдельно. Мы сделаем это с вами прямо сейчас. Я тебе могу дать экран. То есть мы можем добавить определенный отчет. В этом отчете мы можем выбрать отображение, например, в виде, ну, допустим, просто числа. Выбираем мы за текущий, например, месяц или за текущий день. И мы можем выбрать, что же мы будем анализировать, например, контакты из CRM-форм. Что мы будем считать? Мы будем считать все дела, которые назначены. Вот, мы будем считать количество дел. Сохраняем этот отчет, и мы видим, что у Майи за сегодня уже есть целых 5 дел, потому что, очевидно, 5 раз сегодня заполняли CRM-форму. А скорее всего, к концу дня количество таких дел может быть уже не 5, а, например, 20, 50 и так далее. И, конечно же, мы можем анализировать эти задания, которые CRM ставит менеджеру по продажам в разрезе каждого канала. Например, задания, которые появились из заполненных CRM-форм. Задания, которые появились из звонков, которые клиенты совершили в нашу компанию. Или задания, которые CRM поставила в результате писем, которые пришли по электронной почте. Но это еще не все. Задания – это, по сути, такие рутинные дела. То есть задание можно выполнить буквально сразу же. Например, CRM поставила Майе как менеджеру задачу связаться с клиентом. Майя сделала это в течение 3 или 5 минут. Что же происходит дальше? Необходимо с этим клиентом работать по воронке продаж.
И мы вернемся обратно. Например, клиент заинтересовался в коммерческом предложении со стороны нашей компании. В этом случае Майя перемещает сделку на этап коммерческое предложение. Так. Что-то у нас немножко тормозит этот компьютер. Да. Что произойдет в этот момент? В этот момент Майя получит уже не просто рядовое задание, а она получит задачу, которая зафиксирована в Bittrex24, и в этой задаче будет указано, что ей нужно сделать. Мы с вами можем перейти в задачи и проекты и видим, что появилась новая задача – подготовить коммерческое предложение для клиента. При этом крайний срок по этой задаче – сутки с момента ее получения. Почему сутки? Потому что мы настроили таким образом. То есть у Майи есть ровно один день для того, чтобы отправить клиенту подготовленное детальное коммерческое предложение. Я расскажу сейчас, каким образом мы настроили так, чтобы CRM выставляла эти задания, либо ставила задачи. Для этого в CRM у нас присутствуют роботы. На одном из вебинаров Академии продаж мы уже рассказывали немножко про автоматизацию CRM. Сейчас покажем вам на практике два простых сценария. Мы можем зайти в любую сделку и перейти в раздел роботов. И мы увидим, что у нас на разной стадии воронки продаж настроены разные роботы. К примеру, на первой стадии после заполнения CRM-формы у нас есть задание. Это задание – ответить на запрос. Его получает ответственный менеджер. Мы проставили признак этого дела как важное. И все эти дела будет видеть как сам менеджер, так и его руководитель. CRM подскажет, что у тебя есть прямо на сейчас, например, 5 дел, которые нужно сделать. И менеджер сфокусируется на том, чтобы выполнить в первую очередь именно эти дела. После того, как это задание выполнено и менеджер переведет на следующую стадию эту сделку, а у нас настроен уже другой робот, которого мы сформировали с помощью бизнес-процесса. То есть это более сложная задача. Давайте, секундочку. Мы ничего не меняем. Вот очень простой бизнес-процесс, который мы настроили с помощью нашего конструктора бизнес-процессов. То есть он состоит фактически из одного операционного действия, из задачи. То есть эта задача, она выставляется, ее постановщика мы выбираем, например, в данном случае это я, мы выбираем в бизнес-процессе ответственного. Это может быть как конкретный менеджер, так и любой ответственный по сделке. Этому, значит, мы можем выбрать по этой задаче соисполнителей и, конечно же, поставить крайний срок. В данном случае мы поставили крайний срок плюс один день к моменту перехода сделки на этап коммерческое предложение. Конечно же, мы можем включить учет времени по задаче, поставить наблюдателей и сделать многое-многое другое. В результате у нас при переходе на этап коммерческое предложение срабатывает робот, который запускает бизнес-процесс. Этот бизнес-процесс – это постановка задачи. Почему мы сделали именно таким образом? Почему задача? Друзья, я, кстати, вижу, что очень много вопросов есть, и мы обязательно на все эти вопросы ответим. Мне нужно еще буквально 5 минут для того, чтобы закончить работу с этими сценариями. В чем разница задач и заданий? Повторю, задания – это, скажем, такие рядовые операционные дела. Таких дел у менеджера в течение рабочего дня может быть 20, может быть 50, может быть даже 100. Как правило, они не занимают длительного времени. Например, связаться с клиентом, ну согласитесь, обычно это 2-3 минуты, ну максимум 10 минут. Задача, например, такая, как подготовка коммерческого предложения, которое должно учесть много параметров, она может занять уже и полчаса или даже 2 часа, если это очень большой клиент, для коммерческого предложения которого нужно учесть большое количество параметров. Все задания менеджер будет видеть вот здесь, в списке «Мои дела». И мы можем сформировать отчеты, то есть здесь будут видны вообще все задания, которые ему CRM выставила в течение дня. И можно также сформировать отчеты, сейчас, секундочку, в которых он будет видеть, какие прилетали, например, вот из CRM-формы было выставлено 5 дел. Настройка отчетов может быть достаточно гибкой, я не буду сейчас на этом останавливаться, но главное то, что это будет видеть как сам менеджер, так и его руководитель. И сможет понять, насколько загружен этот менеджер, то есть ему приходится в течение дня выполнять, например, 50 дел, таких как звонки, переписка с клиентами, общение в чате, или, возможно, он недозагружен, есть необходимость дать ему большее количество клиентов и лидов. Задачи в Bittrex24 менеджер будет видеть и его руководитель уже в отдельной группе, которая так и называется «Задачи и проекты». Почему я говорю об этом сейчас?
Потому что на задачах вы можете построить отдельный KPI для ваших менеджеров, такой как эффективность. Эффективность определяется у нас вот здесь. То есть мы можем прямо перейти по вкладке «Эффективность» и увидеть, что в данный момент эффективность, например, менеджера по продажам Майи Копысовой 88%. Что это значит? Это значит, что не все задачи, которые были сформированы для Майи, она успела сделать в те сроки, на которые эти задачи были поставлены. Почему это важно для продавца? Например, к вам пришло 10 клиентов, каждому из которых нужно было подготовить коммерческие предложения. Безусловно, все эти клиенты очень важные. Допустим, Майя по какой-то причине, уж прости, что я приведу такой пример, обленилась и отправила только 5 коммерческих предложений. Ну, вроде бы в глазах менеджера ничего страшного не произошло. Ну, отправлю 5 завтра. Но для вас, как для владельца бизнеса или руководителя отдела продаж, это огромный риск потерять половину ваших клиентов, которые не дождутся предложения и просто уйдут конкурентам. Чем ниже эффективность вашего менеджера по продажам по задачам, которые назначила ему CRM, тем больше риски недозаработать. И наоборот, чем эффективнее менеджер справляется с задачами, которые ставит ему CRM, тем на самом деле, скорее всего, больше вы заработаете, и тем больше вы можете поощрять такого менеджера. Конечно же, вы увидите не только относительные, но и абсолютные показатели. Например, всего в работе у Майи было 16 задач, вот, из них 7 она уже завершила, но 2 задачи, к сожалению, не были завершены вовремя, к ним есть какие-то замечания. Как руководитель отдела продаж вы можете перейти непосредственно в эти задачи и посмотреть, что же такого произошло. Вы увидите список всех задач, которые были завершены не вовремя. Вот они в нашем случае. Это 2 просроченные задачи. И мы видим, что обе связаны с подготовкой коммерческих предложений. И тогда, конечно же, возникает вопрос к менеджеру. А почему этим клиентам коммерческие предложения были отправлены не вовремя? Конечно же, задачи связываются с CRM, с теми сущностями, с которыми мы работаем, например, со сделками. И вы получаете возможность качественно управлять процессом продаж. Друзья, на примере этих 2 стандартных сценариев, работа с делами и работа с задачами, я хотел продемонстрировать, каким образом можно начать приучать продавцов работать в CRM. Первое – это когда CRM назначает им ежедневно количество, какие-то дела. И продавцы работают с этими заданиями. Напомню, что эти задания могут ставиться как роботами внутри CRM, и они будут появляться автоматически при появлении, например, новых сделок или новых лидов. А также эти задания может ставить и сам руководитель менеджера. Менеджер может и сам назначать себе какие-то дела, если, например, у него есть сделка, по которой нет никаких запланированных дел. Мы с вами можем перейти сейчас в CRM и посмотреть, есть ли у нас такие сделки. Мы сразу увидим, что, например, горит 2 красных счетчика. Это значит, что есть какие-то 2 дела, есть какие-то 2 сделки, по которым либо дела не запланированы, либо же просрочены. И мы видим, что вот у нас есть Анна, по которой есть какое-то дело. Да, смотрите, нужно было ответить на запрос, к сожалению, наш менеджер не успел это сделать. И мы видим, что у нас есть Екатерина, по которой есть сразу 2 дела. Давайте посмотрим, что это. Нужно было подготовить ей коммерческое предложение, и нужно было обсудить внедрение. И опять же, к сожалению, менеджер не успел сделать это своевременно. Это сразу звоночек к руководителю отдела продаж, что нужно помочь менеджеру ответственнее относиться к своей работе. Первое – задание. Второе – задачи. Несмотря на то, что задания и задачи – это однокоренные слова и звучат почти одинаково, но, повторю, что задание – это работа с более такими операционными, рутинными делами, а задачи – это что-то более важное, требующее более длительного периода времени. Друзья, я вижу, что очень много вопросов у нас есть, поэтому я думаю, что на этом мы будем заканчивать сейчас наш практический сценарий по приучению продавцов к работе в CRM. Напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что на разных этапах воронки продаж можно настроить роботов, которые будут либо назначать задания для наших менеджеров по продажам, либо будут ставить им задачи. У менеджера будут загораться счетчики. И если задание просрочено или задача, то это увидит сам менеджер, это увидит и его руководитель и сможет на это отреагировать. Я вижу очень много есть вопросов, которые связаны именно с заданиями и задачами. И сейчас мы перейдем с Майей к тому, что начнем отвечать на эти вопросы. Друзья, были вопросы, каким образом у нас появлялись сделки, они оказывались не в лидах, а сразу в сделках. Мы сделали это в настройках CRM-формы. Вы можете на основании CRM-формы создавать как лид, так и сделку, а можете даже просто создавать контакт. То есть не будет ни лида, ни сделки. Нужно ли под каждое коммерческое предложение создавать отдельную сделку?
Друзья, это зависит от ваших бизнес-процессов. То есть на самом деле я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я думаю, что вообще-то разумно ставить коммерческое предложение как один из важных этапов воронки продаж. Если нужно сразу два коммерческих предложения выставить по сделке или даже четыре. Есть два сценария. Первый – это настроить четыре разные стадии, каждая из которых будет предполагать свое коммерческое предложение, либо же делать это на одной стадии. Задают вопрос, равны ли дела задачам. Нет, друзья, повторю, дела не равны задачам. Задачи – это отдельная сущность Bittrex24, которые могут быть и не связаны с CRM. То есть задачи могут быть поставлены, например, убрать рабочее место. Ну, простите за такой банальный пример, это, конечно, тоже очень какое-то рутинное дело. Ну, например, подготовиться к еженедельному отчету. Да, это вроде бы как не связано напрямую с CRM. Поэтому сущность задач, она немножко другая. А дела – это какие-то вот рутинные действия, которые менеджер совершает в процессе работы. Руслан задает вопрос, как все это объяснить продавцам. Не сидеть же с ними и не тыкать в каждый пункт. Друзья, есть два сценария. Сценарий первый – это пригласить партнера Bittrex24, который проведет не просто внедрение CRM в вашей компании, но и сможет провести обучение отдела продаж. Второй сценарий – это делать это собственными руками. А для этого мы публикуем большое количество статей и видеоматериалов на нашем сайте и на сайте bittrex24.ru, и вы можете ознакомиться с этими материалами и обучать продавцов самостоятельно. Возникает вопрос, почему вы не переименовываете сделки? Друзья, конечно же, сделки можно переименовывать, безусловно, вы можете задать это прямо в настройках CRM-формы. Теперь вопрос, если один и тот же человек заполнит две заявки, они отобразятся в CRM как одна сделка или две? Очень хороший вопрос, спасибо за него. Все зависит от того, откуда придут эти заявки. Если вы в CRM-форме указали, что на основании заявки каждый раз будет создаваться сделка, то даже если один и тот же человек дважды или трижды заполнит заявку, то у вас создатся две или три сделки. Но при этом контакт будет один и тот же, потому что CRM увидит человека с одним и тем же e-mail и, соответственно, объединит все эти контакты в один. А, конечно же, ваш менеджер по продажам увидит, что несколько сделок от одного и того же контакта и сможет удалить дубли и работать только с одной. В какой редакции есть роботы CRM? Друзья, роботы CRM есть в платных тарифах Bittrex24. Вы можете настраивать роботов на лидах, начиная с тарифа Проект Плюс. А роботов на сделках можете настраивать, начиная с тарифа CRM Плюс. CRM Плюс, команда, либо компания, там есть роботы на сделки. Позволяют ли роботы ставить задачи? Друзья, вот интересный момент. Я думаю, обратили внимание, что мы настроили робота как бизнес-процесс. То есть у нас есть простые роботы и сложные. Роботы простые не умеют ставить задачи. Они могут ставить только задания. Но через настройку бизнес-процесса внутри конструктора бизнес-процессов в Bittrex24 вы можете поставить и задачу, или создать еще более сложный бизнес-процесс. Как сделать так, чтобы в задаче добавить название клиента? Друзья, через конструктор бизнес-процессов. То есть все это делается в конструкторе. Вот вопрос, который я бы хотел задать Алексею Кудинову. Алексей, например, есть компания, продавцы B2B не хотят работать в CRM, им там неудобно. Есть много клиентов, которые ежедневно размещают заявки на нашу продукцию. Заявки небольшие, но ежедневные. Например, приходят через каждые 1-2 дня. И заявки бывают очень разные. То есть их нельзя назвать регулярными. Там нет точной периодичности. Товар каждый раз разный. Получается, нужно каждый раз создавать из писем новые сделки. И переписка будет подкрепляться. Сейчас я прошу прощения. Очень большой вопрос. У меня он слетел. В общем, есть большая сложность, потому что непонятно, к какой сделке прикреплять какое письмо, какой звонок. Во все сделки, а не нужно в нужную. Да, вот как оптимизировать процесс в этом случае? Я думаю, я со своей стороны помогу Алексею, но мне интересно его мнение. Вторая часть вопроса уже как настроить Bittrex, здесь лучше Юрию, мало людей разберется. Вот. А к вопросу, как мотивировать персонал работать в CRM, ну, еще раз. Основные этапы. Первое, это работа чисто с психологией. То есть надо дать людям информацию, для чего вообще CRM в компании появляется. Что это не несет для них опасности, что это делается для того, чтобы нормально выглядеть на рынке, чтобы были довольны клиенты, чтобы конкурировать и так далее. То есть это на уровне стратегии.
Дальше нужно сразу спускаться на уровень исполнителей продавцов. Нужно просто взять и показать им фактически вот такой пример, который сегодня демонстрирует Юрий и Майя. Фактически заполняется форма, прилетает эта задачка, не нужно ничего перебивать из почты, не нужно никуда ничего записывать, все уже есть в CRM. В CRM ты можешь отработать по этапам, и ты не должен запоминать, на каком этапе сделка, что с ней происходит и так далее. То есть ты работаешь вот фактически по задачам, по тем стадиям, на которых сделка находится. И дальше, соответственно, ты можешь коммуницировать с клиентом по любым вопросам внутренними встроенными средствами коммуникации. То есть заведена телефония, заведены мессенджеры, заведена электронная почта и так далее. И таким образом получается, что совсем сам продавец видит, что это инструмент для него в первую очередь, а не для компании, для того, чтобы за ним там следили и так далее. То есть, вот нужно это показать. Дальше, нужно найти опору среди ваших продавцов, нужно найти тех, кому действительно это понравится, кто этим проникнется, на них делать ставку и с ними работать, чтобы они заражали этим вирусом там и остальных, как бы уже. А вот когда там большинство ваших продавцов уже поймут эту ситуацию, тогда можно фактически и, так сказать, работать уже более жестко с теми, кто, так сказать, этот процесс саботирует. Вот. Но это такие общие рекомендации. Конечно, нужно разбираться очень детально, с каждым случаем. Нужно понять причину, почему продавцы не хотят работать с CRM. Причин несколько. Это страх. Страх перед тем, что они потеряют что-то, либо своих клиентов, либо работу. Второе – это страх перед тем, что они не смогут освоить это слишком сложно. Это гораздо сложнее, чем блокнотик там, или Excel-форма, табличка. То есть надо здесь просто, если в первом случае надо объяснить, что этих угроз нет, во втором случае надо просто показать, как это быстро и хорошо работает. Вот. И третье – нужно дать четкое понимание, что это будет, что это решение руководства, что это курс компании – и сжечь мосты, как говорится. Если вы сожжете мосты, то, соответственно, вы перейдете на другой берег и его захватите. Ну, вот такой вот ответ в общем получился. Большое спасибо Алексею. Я хочу добавить то, что этот вопрос нам задавал также Алексей. И, к сожалению, для того, чтобы описать практический сценарий настройки вашего процесса внутри Bittrex24, мне, скорее всего, потребуется минут 15-20. А другие слушатели, к сожалению, не получат должного внимания. Поэтому, Алексей, я предлагаю, напишите мне письмо по электронной почте, либо же я возьму ваш вопрос, мне просто надо знать, кому отвечать. И я обязательно проконсультирую вас лично. Идем дальше. Очень много вопросов, но я попробую ответить. Как сделать так, чтобы работать вообще без задач? Друзья, можно работать только с заданиями. Просто с задачами проще считать эффективность. То есть вы можете ввести KPI и вот прямо по этому KPI оценивать работу менеджеров. Что на самом деле будет хорошо, когда вы будете использовать мотивационную часть в виде процентов, вы можете ввести, например, коэффициент качества. И проценты, которые вы платите за продажи, допустим, менеджер приносит вам 1 000 000, и вы платите 5%. То есть менеджер должен получить 50 тысяч. Если он работает качественно с задачами, и его коэффициент будет, например, там 1 или даже повышающий, он получит свои 50 или даже 60 тысяч. Но если он принес вам 1 000 000, но при этом провалил половину задач, то вы можете использовать понижающий коэффициент качества, основанный на понятном и доступном всем KPI. И менеджер получит не всю эту сумму, а сниженную на какой-то коэффициент, например, на 0,8 или на 0,5. Вы можете сами для себя выбрать идеальный вариант. Главное, чтобы были какие-то KPI, которые стимулируют менеджеров своевременно обрабатывать задания. Я вот добавлю к ответу Юрия. Главное, чтобы эти KPI еще были понятны менеджеру. Вот здесь очень важная вещь, чтобы менеджер буквально мог на листочке, на салфетке это все посчитать. Но в нашем случае он видит это в CRM. То есть эти данные от него не скрываются, эти цифры, соответственно, можно посмотреть, они обоснованы. И вот тогда эта мотивация действительно заработает. Когда человек понимает, что не от настроения руководителя его доход зависит, а от конкретных
полезных дел для компании, но он вот разбит на несколько вещей. Ну, если совсем уже углубляться в теорию, то там не больше 5 таких показателей нужно, конечно, для исполнителей, для менеджеров по продажам. То есть где-то наверху для руководителей может быть несколько десятков для топов, вот, но внизу лучше 3-5 и не больше. Окей. Друзья, переходим к другим вопросам. Опять же, связанные с задачами, есть такой комментарий, что можно задачу закрыть, и она вроде бы завершена, но при этом коммерческое предложение не будет отправлено. Друзья, так не получится. Дело в том, что в задаче мы, например, в нашем бизнес-процессе поставили не только ответственного, но и постановщика. И закрывая задачу, когда ответственный закрыл ее, постановщик увидит, что пришла задача на закрытие, и он обязательно может проверить, а было ли коммерческое предложение отправлено или нет. Он может зайти в карточку клиента и убедиться, коммерческое предложение ушло или не ушло. И тогда он либо примет эту задачу, либо отправит ее на доработку. А Ксения задает вопрос, где сохраняется история взаимодействия с клиентом. Вся такая история сохраняется в карточке сделки. То есть, если сделок у одного клиента несколько, то, соответственно, и истории будет несколько. И вы будете видеть весь процесс коммуникации вашего менеджера с клиентом по тем каналам, которые подключены к CRM. По почте, по телефону, с помощью открытых линий через чаты и мессенджеры и так далее, и так далее. Так, сколько заданий или дел в день норма для менеджера по продажам? Бывает, что менеджеры получают по несколько десятков заданий в дел и банально не успевают их выполнять. Друзья, идеальный вариант для этого – это сделать хронометраж рабочего дня вашего менеджера по продажам. Вы сможете уже опытным путем понять, сколько времени у него уходит на процесс переговоров с клиентом, например, если он ведет их по телефону или выезжает на личные встречи, и сколько времени у него остается на выполнение других операционных заданий. Алексей хочет подсказать мне. Да, коллеги, ну вопрос, может быть, ответ на этот вопрос, когда мы поймем, какой у вас средний чек и что вы представляете клиенту, что у вас за продукт, услуга или товар, мы будем называть это в целом продукт. То есть если вы торгуете атомными реакторами, то одна задача, одно дело может быть у менеджера по продажам там и на месяц, да? Соответственно, сделать сложный расчет, подготовить там финальную встречу важную, там, и цена этого вопроса очень высока, там, в миллионах, может быть, долларов, да, и там годами сделка идет. Если вы торгуете условно спичками, то, конечно, в день вы требуете от менеджера там 100 эффективных звонков, потому что одна сделка, она очень маленькая и простая. Вот, поэтому все зависит, от вашего продукта, что вы представляете на рынок. И полностью согласен с Юрием, что надо померить. И у меня есть такой термин «мощность продавца». То есть вот если, например, 22 задачи, 22 дела он может сделать за один день и сделать это качественно, при этом не будет сильно там много курить, лазить в соцсетях там, или обедать по 1.5-2 часа, то это его мощность. Если там меньше 20, он начинает скучать, если больше там 25, он начинает где-то снижать качество. То есть вот опытным путем вы видите и практики лучших продавцов. В чем еще эффект CRM? Вы можете взять практики лучших продавцов и фактически постараться потихоньку их распространить на остальных своих сотрудников. И вот здесь вы опытным путем эту мощность измерите. Есть очень хорошие вопросы, связанные с работой Bittrex24. Например, какие возможности есть в Bittrex24 для объединения сервис-деска, то есть отдела сервиса, с отделом продаж, чтобы оба подразделения работали с одной базой? Друзья, ну, во-первых, это, конечно же, открытые линии. Но это далеко не все. Буквально недавно, 1 марта, мы презентовали новую версию Bittrex24 Гонконг, в которой отдельно представляли Bittrex24 контакт-центр. Контакт-центр – это внутренний сервис-деск, который даст возможность вот именно этому отделу сервиса работать базой клиентов, которая позже поступает продавцам. Вы будете внутри Bittrex24 видеть всю работу, проведенную с этими клиентами, все качество и количество проведенной работы, и сможете полноценно все это интегрировать. Bittrex24 контакт-центр еще не выпущен, а он будет поступит в бета-тестирование, насколько я помню, через месяц, в апреле. Евгений задает вопрос, есть ли возможность написать свой робот и как происходит создание. По методологии BPMN, да, друзья, вы можете написать свой робот, то есть у нас есть возможность подключать свои роботы через веб-хуки, через REST API, и вы можете не просто использовать наших встроенных роботов или строить свои бизнес-процессы через и подключать робота на запуск бизнес-процесса, но и можете создавать своих.
Есть ли возможность CRM определить дубль по названию клиента или по ИНН? Да, конечно, такая возможность есть. Так, для полноценной работы BitX24 лучше должен ли быть интегрирован с почтой и базой 1С? Друзья, это крайне желательный сценарий. То есть в идеале, когда вы подключили все каналы, то есть вы подключили сайт, у вас на сайте расположены, например, онлайн-чат, CRM-форма, возможность обращения к вам через открытые линии, через разные мессенджеры. Вы подключили почту, вы подключили телефонию, вы подключили 1С-трекер, который забирает необходимую информацию с 1С и обогащает данные CRM. То есть не у всех компаний это получается, но это, безусловно, идеальный вариант. Вопрос к Алексею Кудинову. Как бороться со страхом продавцов, что после внедрения CRM работать станет тяжелее или опаснее? Алексей, поделись, пожалуйста, рекомендациями. Смотрите, то есть только доказать практически, что это легче. То есть однажды у меня был такой случай, когда мы устраивали соревнования. То есть часть продавцов говорила, что все равно ежедневник это быстрее, это легче, я много туда информации запишу и так далее. Мы провели эксперимент, посадили одного продавца с ежедневником, одного продавца в CRM, причем он, ну, наверное, второй раз в жизни видел вообще интерфейс CRM. То есть очень так слабо еще в нем ориентировался. И дальше мы симулировали ситуацию, что происходит звонок клиента, записывается определенная информация, делаются определенные действия. Конечно, ежедневник победил по скорости записи, потому что, во-первых, второй продавец, который работал с CRM, он не обладал десятипальцевым методом, что в принципе не нужно. Он первый раз видел, там, ну, второй раз видел продукт, и ему сложно еще было ориентироваться, он там подтормаживал, еще обучение не закончилось. Вот. И, соответственно, в целом, как бы порадовались те, кто был за ежедневник. Но после этого я сказал, что хорошо, ребята, теперь давайте проведем следующий эксперимент. Расскажите мне, что у вас запланировано на следующую неделю, на следующий месяц, какие были контакты у вас в прошлой неделе, прошлый месяц, какие действия нужны, там, какой список задач и так далее. И тот человек, который работал с ежедневником, начал судорожно его перелистывать, что-то вспоминать, что-то переписывать из первых страниц в последние и так далее. Здесь, конечно, уже показал свою силу CRM, когда все есть на рабочих столах, все есть в счетчиках и так далее. Поэтому нужно только доказывать. Но вот смотрите, для того, чтобы доказать сотрудникам, что CRM лучше, чем ежедневник, и что это не страшно, конечно, нужно сначала подготовиться. Сначала у вас должен быть уже демо-пример в системе настроен, лучше, чтобы ваши данные там были уже. Вот, поэтому вы приглашаете партнера, который вам это может все настроить и подготовить. И тогда уже готовая история про вас, но в совершенно другом уровне, технологическом, в другом методическом уровне. И я рекомендую начинать с простых историй. То есть не надо сложные большие процессы показывать, нужно показывать именно простоту взаимодействия, а дальше можно потихоньку усложнять. Это к вопросу, как победить страх продавцов перед CRM. А вот, кстати, был вопрос по поводу того, а сколько же стоит внедрение CRM у партнеров BitX24? Друзья, здесь нет какой-то универсальной цены, потому что все зависит от компании, все зависит от ее размера и объема задач, которые ставятся. Но, тем не менее, у нас есть определенные пакетные внедрения, которые наши партнеры используют. И, как правило, это базовое внедрение, занимающее от 1 до нескольких дней. И стоимость такого внедрения от 20 до 40 тысяч рублей. В него включены какие-то базовые настройки CRM, такие как настройка воронки продаж, ее автоматизация, подключение открытых линий, CRM-форм, прочих каналов коммуникации. Но на самом деле, безусловно, лучше, когда вы отвечаете на вопросы партнера, он формирует некий бриф и на основании этого брифа предоставляет вам нужную информацию. Друзья, у нас осталось буквально 2 минуты до завершения вебинара. На какие-то вопросы я стараюсь параллельно отвечать в чате, индивидуально тем, кто их задавал, но не все успеваю. Поскольку наш вебинар назывался «Как заставить продавцов работать с CRM», хотелось бы закончить на позитивной ноте, ответом на вопрос, который уже не про страхи, а про мотивацию. Я задам этот вопрос снова Алексею Кудинову. Алексей, какая же все-таки основная мотивация продавца для работы в CRM? Основная мотивация продавца для работы в CRM – это освободить свое время для жизни. На самом деле это то же самое, что и справедливо для руководителя. Убрать рутину, которая пожирает самый ценный ресурс, который у нас есть, время.
Дальше можно развивать это, что если продавец освободит свое время и система мотивации компании вместе с CRM соответствует там целям, стратегии компании, то есть эта система мотивации позволяет продавцу, делая больше, обрабатывая больше клиентов, но устранив рутину с помощью CRM, делая это более технологично и быстро, зарабатывать больше. Вот тогда вот эта синергия заработает. Если вы внедряете CRM, а мотивация у вас осталась из прошлого, что сколько не работай, столько же и получишь. Если вы внедряете CRM, так сказать, из-под палки, то есть директор хлопнул кулаком по столу и сказал, что у всех будет CRM, и все, так сказать, взяли под козырек, то тоже сопротивление получите. Вот. А если вы будете общаться с персоналом, если будете объяснять, где-то настаивать на своем, где-то доказывать, готовиться к этому, то тогда через какое-то время вы увидите, что сами сотрудники пойдут вперед. Я всегда вспоминаю с теплотой слова своих клиентов, в том числе и продавцов, которые говорят через какое-то время, что, вы знаете, мы раньше работали с Excel, и сейчас уже не верится, да, то есть кажется, что с CRM мы работали всегда, уже сейчас не верится, что можно работать без CRM. Поэтому вот этот период трудный нужно преодолеть, нужно его преодолеть пряником, где-то нужно включать и кнут, вот, но я бы не исходил из позиции, что всегда продавцы против, всегда продавцов надо заставлять что-то делать. Я бы исходил из позиции, что, ребята, давайте вместе идем к новому уровню работы, к новому уровню и личной жизни. То есть освободить от рутины жизнь, время для жизни. Спасибо большое, Алексей. Дорогие друзья, я вижу, что нам просто банально не хватает того часа, который мы запланировали на вебинар. Я думаю, что на следующий раз мы постараемся запланировать больше времени. Возможно, это будет даже полтора часа. Вы можете задавать свои вопросы как мне по электронной почте, так и если у вас есть вопросы к Алексею Кудинову, вы также можете написать письмо по электронной почте. Просто укажите, что вопрос адресован к Алексею Кудинову. Мы обещаем ответить на ваши вопросы до конца этой недели. То есть все вопросы, которые вы напишете сегодня, я обязательно разберу. И то, что будет к Алексею, я переадресую ему. Он ответит от себя, я отвечу от себя. Большое вам спасибо за внимание. Мы очень благодарны за то, что вы были с нами на вебинаре Академии продаж. Через две недели мы поговорим о повторных продажах. Мы снова поговорим об автоматизации воронки продаж. Как это сделать так, для того, чтобы вы снова и снова продавали вашим клиентам. На этом большое вам спасибо. С вами были Майя Копысова, Алексей Кудинов и Юрий Николаев. Друзья, до новых встреч в Академии продаж Bittrex24. Спасибо, успехов в продажах. Всем пока. Всем спасибо, друзья. Я реально вынужден...